Что делать, если ты маленькая, мягкая, беззащитная личинка и живешь в бурном ручье, и все норовят тебя сожрать? Правильно, нужно изготовить себе защитный костюм. Вы наблюдаете за тем, как личинка ручейника врубила режим Тони Старка и с помощью собственного шелка производит монтаж защитного каркаса прямиком на свое тело. Каждый элемент идеально подобран и подогнан. В итоге личинки становятся маленькими рыцарями в каменных доспехах, которые помогают ей в защите тела, в маскировке и в борьбе с течением. Ручейники используют все, что попадется под лапку для изготовления своих скафандров. Ракушки, мох, щепки, но Юбер Дюпра поместил их в аквариум с драгоценными камнями и золотом. И личинки охотно отстроили себе защиту в цыганском стиле. Получилось множество самых разнообразных и уникальных домиков. После превращения в бабочку, ювелиру остаются дорогие и восхитительно бесполезные украшения, которые вскоре разлетаются в коллекции по всему миру.